Всем привет! Вы на канале «Доступный транспорт», и сегодня я вам расскажу про заброшенную платформу Покровская-Стрешнева. Покровская-Стрешнева – закрытый остановочный пункт рижского направления Московской железной дороги в Москве. Располагалась у путепровода Волоколамского шоссе над железнодорожными путями. Названа по усадьбе, рядом с которой находилась и была построена. Рядом с местом бывшей платформы находился парк Покровская-Стрешнева. В 980 метрах отсюда находится станция метро «Щукинская». Это бывшая станция. Ранее от нее действовали две соединительные ветки к Малому кольцу Московской железной дороги и к станциям Серебряный Бор и Братцево, а также к станции Подмосковной и обход платформы Ленинградская. Пассажирская платформа островная, не была оборудована турникетами, относилась ко второй тарифной зоне. Ну а теперь немножко истории. Первоначально пассажиры высаживались на низкую платформу. В 1908 году архитектором С.А. Бржзовским, автором проекта Московско-Виндавской железной дороги, было построено здание вокзала с деревянным пассажирским павильоном, выполненным в стиле северный модерн. К концу 1980-х годов сохранилось каменное здание вокзала на склоне со стороны красногорских проездов. А деревянный павильон разрушился от ветхости. В 1992 году решением Президиума Моссовета ансамбль железнодорожной станции Покровская-Стрешнева, включающий два станционных дома, был внесен в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Ну а теперь к самому главному – закрытие этой станции. Впервые о том, что платформа Покровская-Стрешнева будет закрыта в связи с слишком близким нахождением со строящимся к западу ее платформы Щукинская, было объявлено в 2019 году. Именно по этой причине на платформе вплоть до ее закрытия навигационные элементы с названием станции были оформлены под формат МЦД. 25 июня 2021 года, одновременно с вводом в эксплуатацию платформы Щукинская, платформа Покровская-Стрешнева была закрыта. На этой станции до сих пор можно пересесть на следующие маршруты городского пассажирского транспорта, потому что остановки вблизи к этой станции также называются станция Покровская-Стрешнева. Оставшаяся кирпичная часть была продана частной фирме, но продолжала пустовать. Летом 2015 года в поздней пристройке к вокзалу произошел пожар, незначительно повредивший историческую его часть. Ну и на этом все. Спасибо за просмотр. С вами был я, Даня. Вы были на канале «Доступный транспорт». И всем пока-пока.